Если бы заплатили, я сказал бы спасибо. Но не платят, не дают денег нам. Мы честные голосовальщики. Мы не пойманы в вине еврогеи. Если он про честь и коррупцию, я лигатору задаю, что организатор. День кис. День кис, много моих. Это честно, но варбяско. Deși nu s-o înțeles ca să deschidă secția de votare acolo la dâns. Dacă e tot țara noastră. Și îi zic că e a noastră. Și îi sunt a noastră, e cetățeni. O trebuie să deschidă acolo și plecau acolo și nu veneau aici. Я думаю, что Додон проговорит свое дело. А почему так? Ну, потому что он что-то делает. До этого были президенты, ни хрена не делали. Только свой карман набивали, да. Молдова парламентская республика, не президентская. Если бы Додон был без парламента, был бы, сделал бы Молдову вот. Сперем, праздник надежды, кинба, сауни, афис, тот нормал. Ну, держали не требуешь, все, держали. Ну, говорят, что вам заплатили за то, никто нам не платил. În Varnița, unii grupuri de cetățeni cu implicarea deputaților din Parlamentul Republicii Moldova au recurs la acțiuni de blocare de trasee cu unități de transport și respectiv fizic cu prezența persoanelor. Se produc acțiuni de stopare și verificare a actelor de identitate și conducere a unităților de transport. Am oprit transportarea organizată a legătorilor din Transnistria. Deci o ocupație preferată a lui Dodon sau a lui Krasnoselski, încă de pe timpul lui Plahotniuc. Господин наблюдатель, да. Вы превышаете свои полномочия. Мы наблюдаем и разговариваем с вами. Когда вы мне говорите, что я нарушаю, вы соблюдаете свою миссию, свой мандат, и не мешаете нам защищать молдавскую демократию. Международная миссия СНГ. Везде звездили, это Россия. Война делает везде. Вам это выгодно, я знаю. Грузия, Азербайджан. Белоруссия, везде лезет. Киргизия, скажите, пожалуйста, где вы находитесь? Всегда бардак. Где вы были? Миротворцы, всегда бардак. Всегда война. Где русские? Там смерть. Это погано, ну, снимаете. Если он про честь и коррупцию, аллигатору, задучу организацию. А через той дом, и с ней ждем. И чарка, если читеска новую лекцию, то не комфортно. Nu ați discutat cu Dodon, cu Krasnoselski, să deschidem partea cealaltă, sesc de votare. Dar ce ați venit aici? Nicricite, omule, dacă ai golos, comandir. Da. Dar ne uvajați până azi, nici voie să fie de libă. Până acolo am venit cu rutii euro, de acolo pe jos. Nu dau drumul, nici la mașini de astea proprii, nici transportul obștien. Asta e democrație, asta e mare democrație, europeană. Mâine, poimâine, ori vine eurogei, transvestiții și ori defila pe ulița centrală Chișinău. Eu asta nu.